Ну, в общем, ничего особенного, конечно. Но все равно решил показать. Вот пара скалярий. Накладки икры. Высадил несколько дней назад. Вот акварием несколько скалярий мраморных. Вот образовалась пара, буквально вот они. Вчера отметали. Сейчас ухаживают за икрой. Еще не все удалили вон икринки. Вот как раз сейчас удаляет неоплодотворенные икринки. Это самка, кстати, посветлее. Вот, самец всех гоняет в 200-литровом аквариуме. Пол аквариума заняли, все остальных вон скалярий отогнали в другой угол. И сидят на кладке. Ну, посмотрим, что будет дальше, конечно. Есть шанс, что ничего не получится. Кладка первая, скорее всего, этих рыбок. Ну, посмотрим, понаблюдаем, может, что получится. Очень интересно, конечно. Первое видео что-то у меня оборвалось неожиданно, не на ту кнопочку нажал, поэтому решил еще одну снять. Вот самец тут энергично разгоняет всех остальных рыб из угла и даже более крупных скалярий. Самка в это время обмахивает икру плавниками. Молодцы, заботливые родители. Мы разогнали всех в другой угол. Тут и гурами, и большие скаляри, все гоняют. Один остается возле икры, а второй вот угол аквариума. Практически половину освободили полностью от рыбы. Ну, молодцы, в общем, ребята.